А давайте на секунду представим, что я великий джин, и загадаем мне три желания. Спросим у прохожих. Хочется купить свое жилье. Это проблема всех. Да. Так. Родить ребенка. Ну, это лично. Обязательно. Да. Так. Ну, не знаю, чтобы у всех, наверное, все были живы, здоровы. Ну, у меня хорошее желание. Я хочу быть красивой, стройной бабушкой. А потом, значит, хочу выиграть 100 лото. Большой приз. Ой, а третье что-то... Третье, чтобы был мир во всем мире. Да, я с июнем. Ну, да, чтобы это не значит. Кто знает, тот поймет. Не опоздать на работу сейчас, это будет первое. А зарплату получить хорошую и чтобы был мир во всем мире. Улыбайтесь чаще, господа, улыбайтесь, как сказал Мюнхгаузен. Чтобы все близкие и родные были здоровы, чтобы построить удачную семью с пониманием, уважением и тому подобное. И так как у меня вот есть свой магазин, чтобы он тоже развивался, приносил мне счастье. Дружба есть, чтобы она никогда не пропадала. Чтобы эта дружба была, чтобы это были эти плечи рядом, которые могли тебя поддержать всегда. Чтобы квартира у меня появилась. Так. Ну, чтобы здоровы все были. И детей поменьше было больных. Желание очень простое. Чтобы у людей все-таки появился царь в голове. Ну, в первую очередь, реформа ЖКХ. Вот, во вторую очередь, чтобы наших дачников не касались и не трогали, чтобы мы помидоры с огурцами растили так, как хотим.